очередной раз пошел на прогулку в лес. Сегодня в тайгу не пошел, возле деревни, недалеко от деревни, километров 8 только. Здесь луга. Погода не очень холодная. Снег. Проваливаешься, когда идешь. Идти тяжело. Буран не едет. И далеко ехать не решил сам. Иду здесь. Погружу. Поехал рано утром. Еще было темно. Ел 5 куропаток. Пока. Так и идем, бродим. Смотрим, что получится из этого. Дошли до каких-то избушек. Вот избушка старенькая. Там за ней баня. Луг для сенокоса. Здесь течет река Лопью. Вон еще какая-то постройка. И тут избушка. Где-то еще вот видел. Здесь я проходил. Проваливаешься снег по колено. Там еще какая-то постройка была, наверное, за елкой там. Идет снег. Ветер гудит. Пока никого не видел. Видел следы куницы. Старые заячьи тропы. Были сейчас морозы у нас. Хорошие. Тогда, наверное, бегали они. Вот. Лес спит. Все под снегом. Пришел. Реку Лопью. Вот течет оттуда. Там вверх течение. Целина. Рыбаков еще никого здесь не было. Там на льду уже вода получилась. Из-за тепла, наверное. Пойдем дальше. Вон с другого берега избушки. Там, наверное, баня. Семьи здесь, видимо, большие были. Да, сенокос. Сенокос ходили. Избушки не так уж маленькие. Где-то 4x4 или 4x5. Только баня там 3,5x3. Далеко так прикинул. Решил отдохнуть. Устала. Возле болота, наверное. Тут, видимо, где-то рядом болото. Сосны не очень большие. Здесь ни разу еще не ходил. Местности не знаю. Решил попить чай. Немножко отдохнул. Пойду дальше. Да. Далеко по такому снегу не пойдешь. Проваливаешься. Невозможно идти. Снег. Мелкие. На болоте большими и не растут. Снег. РП5 передает, что целую неделю еще такая погода будет. Снег. О, мой север.
оптическим прицелом. Только остаться по банкам и шмалять. Никого не видать, никого нету. Еще вот здесь были следы горностая. Кроме тех, кто раньше, тех следов раньше видел. Ого, начал проваливаться. На гнилом пеньке сижу. Ладно, попью чай, да. Пойду дальше. Еще километров 5, наверное, до Бурана осталось. Такой кружочек сделаю. До темна, может, успею. Погода отличная, но пока вообще безрезультатно. Ветерок такой. Здесь тишина, там вдали гудит. Отлично, пойдем дальше, чай попьем, да. Прошел буквально 200 метров, и вот он, вот оно болото. Не знаю, что за болото, не очень большое. Там, или это где-то уголок какого-то болота. Может, весной гуси здесь еще отдыхают. Будем знать. Там островок, дальше такой сосняк. Дальше за островком болото еще. С какой протяженностью на GPS так нормально показывает. Не очень маленький. 2, наверное, длиной будет. 3, может. Ну, ветер усиливается, снег полным ходом начинает идти. Очередной след горностая. Крупных зверей нету. Горностай. Горностай ходит. Мышей ищет, бедняга. Они зимой живут. Корма-то нету для них. Муж может попадется. Все. До свидания, болото. Пойдем чуть в сторону. Куда-нибудь. Правее там пройдем. По болоту идти. Ветер сильный. Продует еще. Нормально. Можно ходить. Здесь такое место с елками. Сосна. Но не очень высокие. Метров так 10-25 где-то. Высота елки. Максимум 30 метров. Фу. Проваливаешься. Надо GPS посмотреть. Куда дальше идти? GPS такая, оказывается, нужная вещь для охотника. Так, а тут что? Вон какие-то следы еще. И те же следы. Непонятно чьи. Но не... Это здесь куница не прошла. Она, все так и... Горностай.
чьи-то угодья, как правильно, у охотников на рябчиков вставляют самоловы. Ладно, пока выключу. Чего тут интересного нету? Вот. Наконец-то и следы зайчишек. Тропинка там такая аккуратная. Вот. Здесь две тропинки. Пересечение двух тропинок. Сюда капкан закинуть надо было бы. И все. Может и удача улыбнется. Здесь еще кругом следы. Наверное, один или два зайчишек. Откуда они появились. Но уже их ни следы не видать. Вон, кругом следы. Нормально. К удивлению всему, я наткнулся на следы лося. Парит на восток. Не знаю, один или два, сколько их там. К сожалению, у нас лицензии нету. Идет себе идет. Штрафы, конечно, не захочешь лосятину без лицензии. Оставляем, пускай. Идет, а мы пойдем дальше. Да. Приятно увидеть следы большого зверя. Следы куницы появилась. Параллельно, как кошка бежит. Котяра туда побежала, на юг побежала. У него это вот диаметром, наверное, сантиметров 3 и параллельно лапы так он вставляет, тык тык тык, когда бежит. А когда обычным шагом, ну, как кошка идет, то же самое, кот, дикий кот, котяра, пушной зверь, сей год за 2000 шкурку принимают, так что охотники, не ленитесь, ловите, лицензия 60 рублей. Путевка, цена лицензии. Я вот на одну штуку тоже взял, не знаю, повезет, нет, скоро уже и охота, сезон заканчивается, кто знает, может и встретим этого кота. Да. А улица-то, небо проясняется, что-то РП-5 говорило, что неделя будет тепло еще, а давление сейчас поднимается. Непонятная погода. Вчера такой метель был, тепло, метель, не успеваешь снег убирать со двора, а сейчас он, видишь, давление поднимается. Надо бы где-то смолу найти от елки.
тоже жвачка от язвы хороша, помогает. Вот, идем дальше. И так целый день. За целый день прошел я сколько? Данный момент. Ой, 7 км, наверное, от силы. Проваливаешься, блин. Тяжело идти. Ничего. Сейчас уже, можно сказать, обратно к Бурану, в направлении к Бурану идем. Тут недалеко, 4, наверное, напрямик. И вот считай, от силы 10 километров по такому снегу. Вон, как проваливаешься. Нас-то нету. Сейчас какое? 27 января. Ровно месяц до закрытия охоты. Ровно месяц остается. Да, прохладно сейчас. Действительно, что-то похолодало немножко. Сейчас где-то, наверное, градусов 10. 10 градусов есть. Потому что руки начинают мерзнуть. Шапку поменял, вспотел весь. Футболка вспотела, но на спине так и сохнет. Лень менять. Ладно, пойду, чтобы не остыть. Да и вечереет. Еще топать и топать. Вышли на большую землю. Здесь река Нишера течет. Поле такое здесь. Травули там косят. Кто-то там рыбачит, жители оставит. Видимо, рыбацкий сезон на ветель закончился. Остались только палки у него. Сам ветель. Взял, унес, наверное, домой. Вот сколько лыжни тут. Там еще, видимо, ставили ветель. По ходу дела рыба не ловится. Если ловилась, они всю зиму держали. Лунка сейчас такая маленькая. Так-то треугольником рубят. Лед он толщиной сантиметров 20. Ну, с осенью сей год. С осени лед очень толстый. С октября река встала. И лед толстый. Вот река ниже. Течет. Там вверх. Вон, течение в нашу сторону. Течет в сторону юга. Вот моя лыжня. Вылез наконец-то из леса. Все, на сегодня хватит. По этой лыжне сейчас пойду до дороги и обратно до Бурана пешком там, по дороге уже. Вот. Ну пока все, сейчас дорогу еще сниму. Такой пейзаж здесь. Утки хорошо здесь летают весной, осенью. Именно здесь перелет их не сюда очень часто попадают. Отличное место. Вот, вот уже виден наш Буран. Наконец-то мы дошли до своего Бурана. Сейчас поедем обратно домой. Прошлую поездку. Здесь недалеко озеро есть. И возле озера проезжал там
ветерком уже. Там лунки, оказывается, косачей были штук 20. Вылетели потихоньку, по несколько штук разом, и улетели. Никто на деревья так и не села. На сегодня тоже, поход заканчивается. Все было отлично. Погода отличная. Он сейчас уже проясняется. Ветер, конечно, сильный еще. Мне понравилось. На этом на сегодня финиш.